И сейчас мы перейдем к части номер два. And right now, stay seated, part two coming. Я долго не займу, сразу обещаю, долго не займу. Это будет очень быстренько. It's gonna be quick. Я молился перед тем, как вот эту вещь сказать. Это будет касаться только локального тела. This will, I was praying, so this only touch local people. Этот момент начался у меня с того, когда я неделю назад пытался спалить дерево, которое мы обрезали. Знаете, ну, осенью ты обрезаешь деревья, ветки, и я хотел спалить эти мокрые ветки. This came to me when I was trying to burn the tree that I chopped down, and I wanted to burn the wet branches. Кто-то пытался развести костер, когда мокрое все? You ever tried to start a fire when everything's wet? Бог мой, это ужас. God, this sucks. Я принес канистру бензина. I had the gas, a tank of gas. Облил все, промочил все. Soaked everything with gas. Бензин сгорел, ветки не взялись. Знакомо? Gas burn up, знакомо. Branches stayed. Я такой, знаете, ну я не сдаюсь. Я никогда не сдаюсь. Never giving up. Я такой, ладно, бензин не работает, идем дальше. Okay, gas doesn't work. Я взял пропановый, знаете, вот этот горелку вот эту, пропановый, ну так, пропан. Торч. Да, торч. Я брал эту пропановую горелку. И я прямо горелку туда, знаете, да, вот этот огонь прямо туда. Оно дымит, воняет, вроде горит. Только убираешь, все сдохло. Дым. Боже мой, я, наверное, полчаса рождал эту кучку маленьких каких-то веточек. Я не понимал, почему я не могу запалить это. Потом, знаете, я умней стал. Я положил торч. Мне интересно, я просто... Переводчик не переводит, слушает. No, so I used the torch, so I was burning and lighting up this, and as soon as I remove it, it dies. And then I kept it, so... И потом я думаю, какой следующий шаг к тому, чтобы распалить это? Бензин не работает, это не работает. Все дымит, воняет и тухнет. And I'm thinking, what is the next step? Gas doesn't work, torch doesn't work, it just stinks and dies. Я говорю, точно. Я видел в одном каком-то видео прикольный момент. Я поставил торч, и я, знаете, взял мой электровеник, знаете, вот этот блоуэр, туда ходит листья сдувать, знаешь? И я поставил этот торч, и я начал дуть, знаете, разжигать это все. Боже мой, меня снял бы кто-то. And I saw the video somewhere, and so I have a torch, and I have my leaf blower, and it's just blowing at it, and I'm doing two things. Да, этот вот этот, знаете, этот торч пропановый, этот эта горелка, она распаливает, а этот блоуэр он просто раздувает, да? И я, ребят, через полчаса еле-еле загорелось. The torch is light setting up on a fire. Blower is blowing on it, so. Half an hour, give it a take, it started. Где-то около получаса более-менее разгорелось, и потом оно как начало гореть, потом какие угодно бревна туда маленькие, большие кидаешь, все вспыхает, температура поднята, уже подойти тяжело к этому, знаете, да, о чем я говорю? And it took about half an hour to start, but once it started, it doesn't matter what you throw in there, it keeps on burning, it's so hot that you can't even approach it. И Бог мне говорит, сын, я бросаю тебе вызов. And God says, son, I'm challenging you. Он говорит, я хочу принести пробуждение в этот штат. I want to bring awakening in this state. И он говорит, сынок, кто из вас согласится сейчас во время вот этого духовного, не просто, знаете, засухи, а у нас все еще смочено. In this spiritual, not dry, rainy places, we have a little bit of spotty, wet. То есть Бог говорит, кто во время вот этого, не просто вот кошмара, во время того, что даже вот дождь льет, не то что, кто начнет молиться об огне и пробуждении Бога, кто начнет инвестировать, кто свое время отдаст этому? Doesn't matter what happens around raining in this wet season, who will start the prayer for starting the fire? И Бог мне говорит, сынок, скажи это моей семье. And God says, son, tell it to my family. Дорогие, с этого понедельника мы начинаем цепочный пост. My beloved, from this Monday we start in chain fasting and prayer. Я не знаю, кого это коснется, но я знаю, наберется достаточно людей, чтобы иметь цепную, чтобы взять один день в неделю поста и один час в день молитвы. I don't know, but I know there are people will be found to take one day of fasting a week and 1 hour of prayer a day. A day,
да. И, то есть мы будем делать все очень просто, семья. Опять же говорю, эта вторая часть относится только к тем, кто жаждет видеть движение Бога. We will be doing everything simply, so this is only for local church who thirsts and hungers to see move of God. Мы будем с вами начинать с понедельника, и мы всю коммуникацию мы будем вести с вами через наш TCCI Family Viber приложение. We're starting Monday, and all communication will be through our TCCI Viber app. Мы будем брать с вами час, любой час, который ты возьмешь. Я советую сейчас начать потихоньку. Я хочу, чтобы весь месяц декабрь мы посвятили, именно весь месяц декабрь мы посвятили молитве и посту за пробуждение этого штата. Amen. I want the month of December to be dedicated for awakening of this state, the prayer and fasting. Я верю, что семья, Бог не назвал, церковь моя назовется церковь библейской школы, церковь конференции, Он сказал, церковь моя назовется домом молитвы. You know, God never called my church is the university. Мой дом — это дом молитвы. My house is the house of the prayer, that's what it said. Другими словами, что не надо изобретать никаких ключей, ты просто должен вернуться к классике движения Бога. Это пост и это молитва в семье. In other words, do not reinvent the wheel. You need just to go back to basics. Таким образом, Дух Святой попросил меня, он говорит, я хочу, чтобы каждый, кто считает себя частью этого дома, взял на себя маленькую нагрузку. Holy Spirit asked me, if you think you're the part of this family, if you know you're part of this family, take this challenge. Семья, я еще раз говорю, мы молимся о том, чтобы стать продолжением Бога, чтобы войти в то состояние, в котором церковь должна жить и существовать. Сюда должны приходить, загораться и разъезжаться и начинать другой огонь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Family, we're praying that we are extension of God. And when people show up here, they see God and take him and keep on extending and multiplying. Моя мечта пробуждения — это не раздуваться тут, чтобы людей не могли вмещаться, а чтобы люди приезжали, зажигались и уезжали. Увозили, улетали. Кто-то понимает, о чем я говорю? Разжигать этот мир для Иисуса. My dream is for us not to grow here so we can't fit anybody in here. It's for people to come here, grab Jesus and take him to the other place of the earth. Поэтому, семья, мы начнем с вами с этого понедельника и начнем очень простенько. We'll start this Monday, we'll start simple. Мы начнем с 6 утра и будем заканчивать нашу молитву в 12 ночи. Каждый, кто будет брать молитву, вы просто в чате пишите. Я беру с 5 до 6. И как только вы закончили, просто пишите, молитва закончена, передаю эстафету. И следующий берет. По 2, по 3 человека на час, это нормально. We'll start 6 a.m. and finish at 12 a.m. So whoever's in chat, you just say, hey, I'm taking this window. This is my window. And then once you step into it, and when you're done, just sign out. Sign in, sign out. Если кто-то не является частью чата, сразу предупреждаю, наш чат оживет. Очень оживет с понедельника. If you're not part of the chat, trust me, chat will be awakened. Поэтому если вы являетесь частью этого дома, частью этого штата, Илюша, подними руку. Встань, да, встань. Подойдите к этому человеку, он внесет вас в этот список. Он с вами, если кто-то в этом списке не находится, хорошо? Ребят, давайте возьмем с вами ответственность. Семья, мне надоело делать все самому. Family. Вам помочь? Ты уже помогаешь. Family, if you are part of this family, if you live in the state and... And start doing something. Да, начните что-то делать. Кто-то понимает, о чем мы говорим? Я знаю, что мы потихонечку начнем. Семья, я не рисую тебе никаких картин. Я знаю, что мы будем с вами сейчас раскладывать костер во время мокрой погоды. I am not drawing a picture for myself. I'm telling you that we're going to be laying up a fire in the wet times. Я не рисую себе иллюзии, что там что-то начнется, где-то что-то взорвется. Семья, я рисую себе картину, что мы начнем складывать дрова и раздувать огонь. Кто-то слышит меня? I am not creating illusion that something's going to blow up. I am just saying that we're going to start laying wood sticks down and... Бог нам всем обещал, мы все это видим, мы все это слышали. Это дом, дом огня, дом реформации, дом пробуждения. Все, мы должны это сделать вместе. God said, God promised that this is the house, the transformation center is the house of the fire. Меня не волнуют доктрины, меня не волнуют какие-то уставы, не волнуют членство, меня волнует одно. Горит ли здесь огонь? Ты ли в огне Бога? I don't care about membership. I don't care about rules or some regulations. I care, are you on fire for God?
Поэтому, семья, все очень просто. Будьте в чате, в нашем семейном TCCI-чате, и с понедельника с 6 утра мы с вами начнем коммуникацию и молитву. Family, what matters is, are you in chat? Be in the chat, and Monday, on the TCCI chat, and Monday at 6, we'll start communicating. Дорогие, советую, просто советую, не можете час, возьмите полчасика. Неважно, сколько ты возьмешь, стань маленькой частью того, что Бог хочет сделать. My advice, if you can't do an hour, do half an hour. Doesn't matter, small part, just become part of it. Семья, мы пробуждены. Я не считаю себя заснувшим или спячим. Мы это делаем для нашей комьюнити, для нашего штата, для поколения, которое идет в ад. Кто-то слышит меня? Family, I am not considering myself that I'm asleep. We are awaking. We're doing it for community and for people that go to hell. Что-то должно произойти, что начнет привлекать людей к Богу, не в церковь, не к пастору, не к учению, не к молитвам, к Богу. Something needs to happen that'll attract people to God, not to the pastor or church or anybody, to God. Эта церковь за 19 лет, вот мы будем праздновать скоро 19 лет, мы переживали с вами несколько пробуждений в центре трансформации. Кто был частью, вы помните, что это такое. И все начиналось с поста и молитвы. This church will be celebrating our 19th birthday, and you know we had few awakenings and few revelations. Few awakenings. Awakenings, and it all started with fasting and prayer. Поэтому... Если вы будете также получать видения и откровения во время поста и молитвы, пожалуйста, пишите их в этом чате. Хорошо? If you will be receiving visions or updates, please put it in the chat. Я не пытаюсь тебя туда заманить эмоционально, я пытаюсь поднять воинов, которые решили идти до конца. Он нам читал? Прочитай еще раз. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. I'm not trying to lure you in with some new age, new technology. I'm trying to create warriors and read around what's here. Ты готов? Ты согласен? Are you agreeing? Мы начнем, семья. Мы начнем. Мы начнем. И знаете, что самое интересное? You know what's interesting? Я вам даю гарантию. Хуже не будет. А что будет? Единственное гарантирую. Хуже не будет. I guarantee that it will not be worse. It'll be better. Поэтому, может быть, именно таким методом кто-то поправит свою молитвенную жизнь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Maybe through this method somebody will gonna adjust their prayer life. Потому что для того, что мы делаем, твоя молитва будет иметь огромное значение. Потому что это цепь, семья. Именно в единстве мы сила. Because for what we do, your prayer will matter. This is a chain. In unity is strength. То есть очень важно твое задействование, твое «да» Иисусу Христу. Вот твоя возможность стать частью того, что Бог делает на этой земле. Very important for you to be into it and say yes to Jesus Christ and be involved. Я верю, что мы должны поднимать сильное христианство. Христианство, которое умеет молиться и умеет поститься. Amen? I believe we are raising a strong Christianity. Christians that can fast and prayer. Хорошо, дорогие, вы взяли что-то для себя? Did you get anything for yourself? Я благословляю вас, дорогие, я люблю вас. I love you. И я верю, что мы с вами входим в абсолютно новый сезон пробуждения Бога. And I believe we're stepping into a new season of awakening of God. Поэтому молитва будет о голоде, жажде и о пробуждении этого штата и этого народа. Prayer will be for hunger, for awakening, and for thirst of God. Хорошо, дорогие, благословляю вас. Спишемся с вами все вместе в понедельник. Благословения, дорогие.